В настоящий момент идет масштабная подготовка ко Всекубанскому субботнику, который состоится 16 апреля. В период до 25 марта по краю высажено 10 тысяч деревьев, более 14 тысяч кустарников, свыше 30 тысяч квадратных метров цветников и засеяно почти 55 тысяч квадратных метров газонов. Кроме того, от мусора уже очищено почти 4 миллиона квадратных метров парков, скверов и кладбищ. Ликвидировано 2240 стихийных свалок. Значительная часть работ по наведению санитарного порядка во многих районах края сейчас проводится силами коммунальных служб. Задача глав муниципалитетов, подчеркнул глава региона, организовать жителей для активного участия во всекубанском двухмесячнике. Субботник не должен быть бременем отработки, он должен стать праздником. Чтобы вышли и навели порядок, не потому что всем разнарядку дали, а чтобы в городах и станицах, в которых сами живем, было чисто, аккуратно, как всегда было на Кубани, акцентировал Вениамин Кондратьев. Только в Анапе с 1 по 2 апреля посажено 653 дерева и 163 кустарника, 996 квадратных метров цветников, ликвидировано на 73 стихийные свалки, засеяно 41 530 квадратных метров газона, побелено свыше 1700 деревьев. Однако останавливаться на достигнутых результатах готовящийся к сезону курорт не намерен. Глава Анапы Сергей Сергеев поручил в кратчайшие сроки провести ревизию по закреплению городских и сельских улиц за чиновниками и руководителями предприятий. Необходимо проверять все: наличие исправного освещения, отсутствие ям на дорогах, обрезку деревьев, покраску, инженерные конструкции, отсутствие провисания проводов, отметил Сергей Павлович. Тот, кто закреплен за территорией, должен нести за нее ответственность в полной мере, и этим надо заниматься ежедневно. Также он выразил убежденность, что каждый руководитель управления и отдела должен знать всех руководителей домовых и квартальных комитетов на своей улице, чтобы взаимодействие населения и власти было наиболее оперативным и эффективным.